Надоели стандартные скины на героев в Дотке? Хочешь переодеться в нормальный шмот на кошелек невелик? Тогда заходи на easydota.org и выигрывай лучшие скины на любимых героев от 9 рублей. Мгновенная доставка выигрыша, удобные способы пополнения и всегда, безусловно, честный дроп. easydota.org. Все ссылки и промокод на 20% в описании. Пусть будет, короче, Storm Spirit. Под СМ-очку, нормально. Спасибо за соточку. Ребят, всем еще раз здравствуйте. Первая каточка, поехали. Ну и, конечно же, всем приятного аппетита. Кто кушает, я думаю, чаечек вы уже сделали. И погнали. Так, а против меня уже бустер на мепсоны. На мепсоне, там властелин, наверное, да? Властелинов нету в игре. Но я сегодня пошел повыше на рейд чуть-чуть, так сказать, чтобы пацаны, потому что меня многие хотели поснайпить здесь, звали сюда, говорят, давай, давай, будем тебя снайпить. Ну, давайте, давайте, пизды получу сегодня немножко, а то давно не получал. Да, сегодня поменьше, ой, чуть побольше рейтинг, сегодня уже не 6 тысяч, сегодня 7200. Шон мне пишет, что, Шторм, как тебя выиграть? В смысле, а что меня выигрывать? Меня нехуй выигрывать. Шо, а что он испугался вообще? А, у меня ранги типа идут, а я не понимаю. Как меня выиграть? Як купил утром. Надо его, это, чтобы он расслабился. Ну, видите, я долбоёб, я без варда иду вард ставить. Ну шо, братик, давай, блядь, покажи мне силу свою. Какой-то он странный немножечко. Немножечко мудаковатый. Я думал, он умер. Я уже реально испугался, думаю, как он умер. Глянь, один ТП на базу, другой тут остается. Ты посмотри на этого задрота на мипа. Я вам серьезно говорю, блядь. Это страшный человек. Хаста, ты шо? Ты шо, Вася? Не, ну теперь 2 на 1 линия. Уже нечестно, я считаю. Что-то он меня боится. Я не понимаю, кстати, почему. Бля, хочется его вжарить на самом деле. Только как бы это сделать-то? Бэк, бэк, бэк. Долго-долго. Вжарил! Еще та крыса на мипа. Я вижу, что Dota Plus мне советует, что надо вообще нихуя не делать. Мне Dota Plus, наверное, хочет, чтобы я АФК стоял. Он умер. Ну, я бы его и сам убил. Эти пушки не нужен. Ну, типа, руна волшебства, и мипа так далеко вышел. Кстати, в этой игре, если игра зайдет далеко, мне интересно будет посмотреть, если я найду руну волшебства, у меня будет Кая Саша или Кая Яша, и ЦМ-ка возьмет правый талант на уменьшение расхода маны. Мне будет интересно посмотреть вообще, что будет происходить с, вообще, со стоимостью заклинаний. Ты шо, брат? Ну, стой уже тогда. У них Фурион есть, оказывается. Я вообще не ожидал был тут Фуриона. Я ожидал бы увидеть кого угодно, но не Фуриона. Я реально не знал, что у них фура. Сегодня меня спросил мой тупой друг Сережа, а будет ли стримить усатый? На что я ему ответил. Чтобы знать, будет стрим или нет, нужно вступить в группу ВК https://vk. Так, что там, Фуриан? А, никогда так не качайтесь, пацаны. Без дизолейта в единичку не нужно качаться. В единичку он лишним не будет. Все-таки вы в соло кого-нибудь героя в кустах найдете, и лишние 20 урона чистого, это как бы, они нифига не лишние. Надо вломить Мипсону. О, Мипсон, давайте вломим. А, их 3 уже. Ебать, уже их 3. Фурион летит сюда. Ну, раз Фурион летит, значит, полечу-ка я домой. Ебать бы сейчас обидно было, если бы он по РНЖ через шифт достал и спрятал бы меня в астральчик. В общем-то, кажется, что против мипа надо БКБ сразу делать. Потому что там сетки, и я никогда не буду выживать. Я буду все время в сетках. Фура четвертый до сих пор. Почему фура четвертого левела? Ура, четвертый левел почему-то до сих пор. Блять, вот это стандартная игра на шторме. Ты бегаешь, сноуболишь, у тебя все хорошо, да, но как игра зайдет за 25-ю минуту, все, мне пизда будет. Шторм становится максимально юзлесным. Бывает. Я не знаю, я даже лететь на него не хочу, я просто могу экспу понюхать. Ладно, могу пизды дать. Ебать, ты вор. Ну, украл баунти, пришлось ебало разбить. Возьму, короче, урон с реминанта все-таки. Играем против мипа. Да. ЦМ-ку хочет Джага убить.
хороший ульт, можно его и приговорить. А когда еще? Я думал, меня вытянет. Лучше бы он шедоу демона забрал. Нормально. Вот хоть убей, что мне взять, блядь. Я взял, короче, дэмэдж от реминанта. Просто дэмэдж взял. Но. Что, блядь, делать с этим дэмэджем? Если сейчас мипа меня будет ловить в сетке, я буду умирать. Но я хочу бладстоун делать. То есть, приятное дело, что если я буду покупать себе БКБ-ху, то мне похуй на мипа. Но тогда у меня будет с маной проблемы. А с бладстоуном мне вообще сейчас будет приятно. Пацаны. Давайте я бладстоун куплю. Ну, нормально, за пуджа, правда, он за пуджа 400 получил, мы за феню получили поменьше. Как меня хейтят-то, а? Ну, все равно, да, ничего, сейчас нормально. Все толпы за мной бегают. Снизу мипсаны. О, дробаш идет. Кстати, спектра против мипа, она вообще ничего не делает. Потому что мипа просто отжирается настолько сильно, что дисперсия спектры не пробивает этот отжор. Снизу. Ой-ой-ой-ой, зачем они там пиздятся? Парни, а зачем вы деретесь на вражеском шрайне? Так я там один бегаю, убиваю. Ладно. Ну это я проверил, тут должен был шедоу демон раненый убегать. Я думал его убить и ТП на базу сделать. Но он, видимо, свернул куда-то. Либо на шрайн пошел, либо я хуй знает. Гоу-гоу-гоу, драка. И такое повсеместно. Возможно ли подняться на харде вообще? Мипсону я пизды дам. Или нет? Пришлось бладстоун юзать. Ну, это ёбнутый герой, что я могу сказать. Ебать, усатый, здорово. Убейте его. Это ёбнутый герой, вы понимаете, насколько он отжирается? Это просто пиздец. Я его не смог убить. Косарь 200 подарил, это Эзериал. Это, прикиньте, я даже Бладстоун юзал. То есть это было не просто. Не просто, здорово, пацаны. Это был заюзанный Бладстоун еще. То есть просто герой максимально поломанный. Но и не таких ломали, правильно? Можно передать приветик? Конечно. Толстому собрату. Давай. Поэтому сейчас БКБ сделаем и пизды дадим. Я, кстати, надеюсь, что в следующем патче мипа порежут, наконец-то. Потому что, ну, он реально очень поломанный. Брат, блядь, нахуй ты деньги воруешь? Жулик, не воруй. Здоров, Олег. Здорово, братан. Я уже не совсем понимаю. Что? Ты крысиный король или пчелиный? Скоро сабов реально пчелами начнут встречать. Го мипа убьем. Пайпу дам. Ебать, герой нахуй сломанный вообще. Его просто 5 пацанов пиздят. Я под регеном летаю туда-сюда, блять. Отличный ульт, брат. А можно перестать меня ультовать, дебил? Ебать, улетаю на 500 рейнджи, тип продолжает меня бить под ультом. Просто стоит, короче, мипа 5 штук и не умирает. Давай. А, я еще не попал по нему. Затанчу. Давай, яйцо, хуярьте. ПТ на ловкость стоит. Вот, сука, опять не повезло. Почему всегда так с яйцом не везет? Это не первый раз уже. Чисто яйцо делим, вечно делим. На один удар. Да, делите, все пизды получите. Давай. А, там шедоу демон, ну его нахуй. Бля, я же нажимал лететь именно на этого. Именно на мипа. Как я не попал ультом по нему? Настал момент игры, когда шторм становится useless. Вот сейчас именно. То есть сейчас мой герой максимально бесполезен. Я ничего не делаю врагам. Давайте, мипа. Фокшу, но. Еще раз. Блять. Давайте. Четко, пацаны. Отлично. На потоке, бро. Удачного стрима. Спасибо, братик. Лаги как раз таки на месте, поэтому все хорошо. Спасибо огромное за донат, братик. Сейчас сдохнет. А он сдохнет. Блять, да за шо? Он мипа так меня хотел убить, что забыл за хп следить. Он за одним мипа не уследил, его инча отпиздила. Хорош, пацаны. Бля, не, на самом деле, какой же хуёвый герой Шторм, это пизда. Вот реально, наступает 25-я минута, и при счете 55 на 20, ты в драке не можешь ни одного вражеского героя убить. Тебе просто маны не хватает.
Вот просто у тебя неплохие слоты, у тебя 2-2-2-8 маны, но в драке тебе не хватает, чтобы убить одного ебаного героя. Это просто худший, сука, персонаж сейчас. Не играйте на шторме, пацаны. Это был сноубол, у меня 15-1-15. А если у меня будет стата хуже, то я вообще буду бесполезным в драке. Блять, лагай. Яйцо, яйцо. Делим, делим. Я не ебу, кого-то вытяну. Ультракил. Охуеть. А как я ультракил сейчас сделал? Я даже ничего не делал в драке. Полетал туда. Хотя полетал под волшебством. Спасибо за игру, пацаны.